7 лет назад у Екатерины Пивоваровой врачи диагностировали инсульт спинного мозга. С тех пор она прикована к инвалидной коляске. Но молодая женщина не опустила руки. Она активный участник танцевального клуба инвалидов-колясочников «Эриданс». Теперь приняла решение участвовать в турнире по бадминтону, который пройдет в рамках спартакиады «Мир без границ». Я достаточно спортивный человек, с самого детства занимаюсь спортом. Это мой, так сказать, конек. Вот. И когда оказалась в коляске, этого не хватало, и всегда хотелось как-то себя проявить, даже будучи в коляске, именно в спортивной деятельности. Пробовала разные направления, и вот сейчас нам предложили бадминтон. Мне очень понравился этот вид. Раньше в детстве играла, но в качестве каких-то дворовых игр. Вот, любила этот вид спорта. Профессионально никогда не занималась. Первая школа, Шор номер один, откликнулись, и где на этой базе есть профессиональный тренер по бадминтону, который нам помог, так скажем, сейчас заниматься с спортсменами. Тренирует колясочников мастер спорта по бадминтону Ольга Руссо. Ее тренерский стаж более 26 лет. Несмотря на огромный опыт, работать с такой категорией спортсменов ей не приходилось. Но уже после первой тренировки поняла, что возможности этих людей ничем не ограничены. Главное – стремление достичь результата. Выступая на соревнованиях, общаясь с тренерами, мы очень много с ними общаемся. И все рассказывали, что есть у них такая тематика в разных городах, что многие работают с инвалидами, тем более колясочками. Но я, вот, честно говоря, первый раз столкнулась с такими возможностями, чтобы людей научить чему-то. Но я очень рада, что они заинтересовались, мне приятно, потому что вид спорта очень красивый, энергичный. В этом проекте анапские инвалиды-колясочники принимают участие впервые. Тренировки проходят ежедневно по несколько часов в день. Сейчас отрабатывается тактика игры. Перемещение коляски по корту, боковые и верхние подачи. Времени на подготовку осталось немного. Уже на этих выходных им предстоит выступить на соревнованиях, которые пройдут в поселке Афипский. Руслан Душевский, Анапа регион.